ну, знаешь, мне кажется, по-другому никак не может быть. Вот, и мы делали, он мне делал массаж, и я увидела, сколько он вкладывает, сколько сил вкладывает в это невероятно. Ну, я в свое время, когда была молодая, но я опять же не мужчина, да, я тоже очень много вкладывала сил, много энергии, много. Вот, и мне захотелось поделиться с ним чем-то другим, чтобы немножко, скажем так, ну, дать какие-то возможности других, скажем так, практик. Групповые практики, чем они хороши? Тем, что каждый из нас может, как я уже сказала, делиться чем-то, да? Мы учимся как отдавать и научимся принимать. Это очень важно для нашего времени. И еще один очень важный момент здесь, что в каждом из нас, когда мы находимся в группе, да, в каждом из нас есть что-то уникальное, какая-то уникальность, какая-то изюминка в каждом человеке это есть. И когда мы находимся в группе, мы общаемся энергетически, мы соединяемся именно таким образом, делимся друг с другом чем-то новым, какой-то энергией, какими-то своими идеями и так далее. И голосом, или там скрипом, я не знаю, чтобы это отпускалось, да, как это в любом массаже. Это нормально. Но так как я буду говорить, пожалуйста, старайтесь, чтобы это не было громче, чем я, потому что в течение всего вечера можно устать. Ну что, сейчас мы встаем. И важно соединить руки на груди. Все-таки мы проводим энергию, я работаю с энергией, и я считаю, что это очень важно, когда мы сможем настроиться на свое сердце. Не нужно молиться или еще что-то, просто почувствовать свое сердце. Сделайте вдох, выдох. Что бы мы сейчас ни делали, даже если другому будет немножко больно, мы делать будем с любовью. Мы будем это делать с любовью. Помните об этом. И почувствуйте, что энергия сердца. Да. Потому что больно будет только тем, у кого как раз вот есть момент энергии непрохождения. Ну, здесь тоже, конечно, это тоже влияет однозначно. Но любая травма много, это тоже связано с тем, что там какая-то есть непроходимость энергетическая, поэтому. Да, конечно, велосипедом свернула себе. Хорошо. Сейчас мы переходим к одной стопе. Что мы будем делать? Мы берем вот таким образом, сгибаем свои пальчики и мы начинаем простукивать стопу. Хорошенько простукивай. Да. Как это сказать? И еще можно наступать. И теперь мы растираем стопу. Где будешь? Прям хорошенько меняем руки. Ноги. Мы меняем ноги. Хорошенько простираем. Олег, тебе надо было поставить камеру куда-нибудь туда, назад, чтобы всех было видно, понравилось. Точки. И мы как бы вот так палец загибаем, да, и мы прям давим на точку. Прям продавливаем. О, да. Каждый пальчик. Точно чувствуется, да. И еще, и еще. А только на одной ноге делать? Пока мы только делаем на одной ноге. Это должно быть больно? Ну вообще, если точки болезненные, вообще любая точка, она всегда болезненная, потому что они называются биологически активные точки. Да, вот мы даже сравнивали с подушкой, больно, да, достаточно. Или точка стоболезней. Вот здесь больно, а вот чуть ниже. Да, 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 да. И сейчас мы еще пальцем промассируем точки. Сейчас покажу для тех, кто делает. Помните, да, я показала? Тут здесь точка и в центре стопы точка. И точка вот, вот здесь в центре. Мы также пальчиками на них давим. Ой-ой-ой. И в центр проминаем хорошенько. Не больно? Марина, походу, завсегдатая практика, лежит такая недолгая. И отлично, и еще раз постучим. Понимаем, понимаем.
Отлично, отлично. И сейчас мы переходим к икре. Что мы будем делать? Мы встаем, продвигаемся, да, и мы начинаем, сначала растираем. Прямо растираем, как до огня, до огненного состояния. Если нога устала, мы меняем другую ногу. Сбоку, сверху. Велосипедом и так далее. Сердце мелочной системы. Да, да, да. Второе сердце. И сейчас мы начинаем сначала очень мягко наступать. Сейчас я покажу как. Очень мягко. Центром мы разворачиваем стопу. И очень мягко. Мы никогда не наступаем на подколенную зону. Подколенную зону, вот туда нельзя наступать. Там очень много. И еще раз, второй раз можно поглубже. Подержи. Я подержу да? Нормально? Нормально? Да, он же потому что жал. Да. И когда вы походили, скажите, кому-то было совсем очень больно. Слегка больно было. Слегка, это нормально. Не, нормально все, да. И сейчас мы снова немножко простираем. Нет, не больно. И полюбить учиняющего ее. Ты помнишь, что она тебе будет потом выведет? И сейчас мы берем пальчики, помните, да? Мы нажимаем на пальчик. На одной ноге может быть больнее, чем на другой. Это нормально. Больно. Ты разогрелся? Надо кстати, подушечку или нет? Или промежь на подушечку, только на подушечку. Он чересчур больно. Да. Если когда во время боли вы напрягаетесь, она усиливается. Тебе не больно? Не, все хорошо. Это он себя успокаивает. Вот это прикольное движение. Да вообще, я говорю, у меня оно не получается. Вообще не получается. Мелкая дробь не получается. Нет. А, как
Это когда вот дети, что им дают, да, мелкую моторику изучать рук, это развивает мозг. Ноги, это точно то же самое, что мы делаем сейчас, это точно очень целостно способствует нашему раскрытию, это очень здорово сегодня, на весь организм. И сегодня зубы идете все да Винчи. Апгрейд под губ. За Винчи, наверное. Тоже ковырян. И мы переходим выше, да? Бедренные части. Много раз стираем. Хорошенько растираем. Это будет тормоз. Много способ растирать. Чего-то. Смотрите, сегодня футболка с Путиным, да, все можно. Все можно вообще. Что с ним делать? Помоги. Помочите. Ничего. Значит, интересно. Отлично. Ягодицы, да, вот с ягодицы положить в стопу и полностью как с нее как будто скатиться. Прям надавливание дать. Как будто выжимаете вы что-то. Сколько выжималочка. Хорошенько мы на ягодицах задержимся прям. Сегодня будут горячие какие. Конечно, когда работаешь, у меня тоже горят ноги, в отличие от тех, кто вот лежит. Еще горит другое. Я остываю. Так, с очищением пошли, знаете, меня. Икры. У нас здесь зона выхода седалищного нерва. Прям надавите. Звучит. Да, давите. Кому нужно, я подойду, покажу. Покажи. И нам тоже. Под треугольником у нас. Ага. И сейчас мы это хорошенько носочками. Носочками. Не сесть такой носочками. Ага. Еще. Ставим пятку и прям вот пяткой прям осилим туда, прям вот продавливаем. На поясни? Нет, не на поясни. Крестец. Сразу за ногу. Это можно достаточно сильно вообще делать. Но не сильно, а мягко, но как бы вот она более жесткая пятка, поэтому разрешаем пятка хорошенько. Да, сломать. Меня можно сильнее. А, по кости получить? Да, по кости. По кости именно. Потому что там, ну, как бы зона, которая... Там очень много энергии спрятано. Очень много энергии. Видите? Ты же спортсмен. Вот, ноги прорабатывают. Бывает, минус. Ноги у меня уже подышат. Хорошенько прорабатываем. Прямо вот задержитесь подольше на кресте. Здесь еще раз есть столько энергии. Конечно. Отсюда встать лучше. Нет, сюда вставать не надо. Нет, не надо. Вот прям нужно оттуда протолкать. Используем все способы. Повторяем, еще постучали. Мы как будто выбиваем отсюда энергию. Выхлопываем ее. Вот тепло пошло. Ага, вот, разбудили. Здесь у нас находится наша спящая кундалини, наша энергия, наша мощь, которая проникает через ноги, туда проходит и... Та самая кундалини. Да, и еще. Прям не жалеем. Вот завтра будет думать, я люблю. Ну как, Зай? Такой комплимент. Ничего. Сдержанный рецепт. Наоборот, горячий. Горячий.
Представляете, мы ехали отдыхать в Анапу, и Вася у нас в поезде маленький, 8 часов, 300 раз висел. И туда, ближе к носочку, в центре, опять в центре, ближе к носочку. Да, точка почек. Отлично. Отлично, супер. И снова мы потрём. Когда сам делаешь, лучше ориентируешься. Ага, начинаем, да, растирать. Хорошо, хорошо, растираем, прям как будто мы ищем там огонь. Хорошенько растираем. Там сбоку. Хорошо, я смотрю на вас, что делать, когда не видно, на спине сложнее. По боковой части? Да, по боковой части, прям стучим. Да. Прям можно, да, как с тобой, как ладошкой, так постучали. С такой? Ну, как мягко, вот так прям. Угу. Да. И сейчас начинаем мягко надавливать. Мы ногу ставим поперек. Мы продавливаем. Да, как раз углубление. Отлично, супер, да. Мы походим как на каблучках. Где-то готовы. Ну, я, по-моему, боюсь. Ну, чуть-чуть прям. Сейчас одна ногой. Да. Мы прям встаем. Нет, у нас носочки находятся на полу, а икра как будто у нас каблук. Да. И вот таким образом. Те, кто чувствует болезнь, с выдыхаем, дышим. Хорошо, я до полусторон. Мы проходим пальчиком по центру икры. Продавливаем. Если сложно, можете вот... Я все молчу. Ты говорил, что меня не расслабляешь. Я же говорю, там целая категория, просто больше всех концепций. Хотя? Ой! И когда мы прошли, мы просто ставим стопу, да, вот так. Ставим стопу и начинаем вибрировать своей стопой. Блин, ну ты дави спокойно. Раз, просто поставили и только вибрировали. Да. Сейчас они заканчиваются. Мягко поставили, прям можно вот прям на самую игру и вот так увибрировали. Вот так, да. Можно даже не перемещать, а просто на одном месте. Да. С внутренней стороны, с внешней стороны. Без ягодиц пока, да? Да, без ягодиц. Второй раз можно уже поглубже. Чувствуйте сами свою силу давления. Уже массируется. Вот так, да, вот так. Когда мы делаем медленно, можно это делать глубоко, не боясь. Когда мы делаем быстро, то тогда лучше на поверхности. Там просто дали, ну, да, бывает, что на коленку больше. Мягко, да? Да, на поясницу тоже мы стараемся эту зону обходить все-таки. Это
поясница, это примерно полторы стопы наши. От крестца. Да, когда мы повибрировали, да. Можно сразу найти эту точку, которая у нас под ягодицей в центре. А, мне кажется, чуть-чуть она ближе к внутренней. Ага, вот, да. Ага. Ну, это глубоко надумаем. Я тоже не хочу. Да? Ну, мягко даже. Угу. Ягодицу мы не трогаем. Идем к другой ноге. Вроде да, можно немножко дать еще. Ага. Отлично. И где между ближе? Да, вот, отлично, Олег. Но мне на левой ноге было больнее, чем на правой. Простучали. Да, прям не бойтесь. Мы начинаем ее хорошенько растирать. Хорошенько, ну-ка найдите там огонь. Потому что если вы прямо найдете там огонь, разобьете до огня, то потом уже нет такой болезненности. Да, хорошенько прям, да, постучите. Ага, отлично. Давайте даже вот так боковой, вот так вот, боковой частью. Да, отлично. Да. Сначала первый раз очень мягко, потом глубже. Начинаем растирать. Просто я бы второй раз не смогла бы делать. Просто я вчера просто раз делаю, там легкий был массаж, было проще. А сейчас я с меня 7 потом сошла. По боковым частям, вот, с одной стороны, с другой стороны. Прям ноги можно вот таким образом ставить. Да. Я не чувствую. Да, это не болезненно, это не, вы здесь ничего не сломаете, поэтому здесь разрешено ходить. А если бы Виталий все поменялось, то не было бы больно? Да, стараемся здесь, конечно, не в сердце ставить, да, потому что... Ну, вот здесь, по крайней мере, ну, больно-то оно будет, да? Начинаем их сначала хорошенько растирать. Как всегда, мы разгребаем. Левый и право? Ну, можно с одной начинать. Просто у тебя, по-моему, одинаково. Выдавливаем мягким. От крестца поставили и прям вот выдавливаем. Да, скользим таким мягким скольжением, но прям с выдавливанием. Да, отлично. Продавливаем. О, хорошо. Ягодицы, твердая часть, мы проминаем ягодицы, пятки, прям не боимся. Середине, да? Центр ягодицы.
ягодицу. Викинг. Обе сделаем? Да. Переходим, значит. Крестец. Крестец. Начинаем. Вот как будто ладонью, вот этой частью, где ближе к пальцу. Сначала мягко подвигаем, постукиваем по крестцу. Даем сейчас, чтобы глубже, а потом мясочку пойдем. Ага. Сколько Леша в прессе делит? 250? Чего проснулись? Сейчас будет поврием. Пока уже сделал. Да. Пока уже сделал, сейчас вверх подровняю. Постучи. Но при этом, да, при этом чувствуем. Ну, может, он посильнее. Здесь очень много энергии, да? Ага. И сейчас мы переходим выше. Мы растираем позвоночник. Дальше рассказываешь? Помнишь, как все? Рассказываешь тебе? Ну давай, все просто. Ну давай, я буду сказать. Мы работаем с позвоночником. Сначала мы растираем вдоль позвоночника, растираем также. Да. Прямо по позвоночнику мы. Но мы не наступаем, а растираем сам позвоночник. Мы как бы разогреваем. Нам нужна прямая мышца. Она практически размером с нашу стопу. Прямая мышца спины. Все это у меня там косые, там крутые. Ой, представьте, мы встаем. Одна нога. Да, разогреваем. Можно прям боковой. Раскаливаем со спины сверху в бок. Ага, вот, класс. Очень хорошо. Это в конце, как бы, ну вот, и кто может, кто хочет походить. Эту ногу ты перемещаешь, нет, выше. Ага, и наступила. Давай я покажу. Слушай меня. Ты встаешь сюда. Вдох. И выдох. Вдох. Вдох. Тебе нет. Ну, у него еще хрящики. И еще. Давай скорочи, да? Поняла как? Угу. Потом мы стоим сюда, можно ходить. Тебе поставить. Вот поставить тебе. Вдох. И выдох. Ну, как бы не было такого случая. Все нормально. Мы всегда стоим сначала, ноги переступаем. И выше. Петя, вдоль руки и туловище. Вдоль туловища руки. Выдох. Вдох. Да, выше. Вдоль туловища. Вдох. Вдох. Убери подушку. Эту подушку сейчас. И вот сейчас мы делаем вдох. Ой, я так... Ну, в прошлый раз мне хрустнуло.
Да, уже хрустнул, как только встал. Бери подушку из-под головы, потому что когда мы отправляем эти, не нужно. Здесь мы немножко походим. И вот эти позвонки в переходе, это получается первый, второй, третий, ну, грудные позвонки. Их очень всегда сложно вставлять, и мы делаем вдох и выдох. Полностью. Там уже всю руку сразу, да? Да, да, да. Руку в центре ладони. Я как-то лягушку приподняла. Первая, нет, еще ближе. Да, вот здесь она. Вот она. О, класс. Там прям самое углубление. И мы идем, потом начинаем что делать? Мы мягко наступаем. По всей руке мягко. По всей руке. Ну, ладони и выше. Мягко. Ага. У нас будет очень сильная масса, когда на пельмени. Переменная. Мы столько... Да, я не знаю, как пойти. О, класс. И начинаем. Здесь еще, сейчас расскажу, еще мы не сделали завтра упражнение. А вот знаете, как у шарпея, да, кожа такая, она собирается. Можно прямо взять вот эту кожу вместе с футболкой, так поразмять вот эту часть, верхнюю часть становится. Если больно, то немножко так. Угу. Угу. Немножко хорошо, что? Проминай. Уже промяли. Шею. Мне сейчас сложно говорить. Вот здесь вот начинается на череп, да? Проходите мягкими круговыми движениями по кругу всего черепа. Переходим на голову. Чуть-чуть так собираться, расчесывать себя, выкрутить вперед. Сзади, вперед. Тут просто тоже можно пальцем. Можно, да, голову промять, потому что массаж весь был жесткий. Если мы голову не промассируем, то голова может разболеться. Улучшаем кровообращение, волосы хорошо растут для женщин особенно. Что вы слышали? Что вы слышали? Просто растерли всю раковину уха. Краешку, по центру там прошлись, снизу вверх, сверху вниз, кто как успевает. Козелок уха так чуть-чуть. Пяткой можно пробить. У кого сережек нету, да, можно загнуть нижнюю часть мочку вверх, в серединку, верхнюю вниз, и теперь заднюю часть вперед. Хорошо, не бойся. Спиной ложимся прямо ровненько. Крестец к кресту. Крестцу, поясница к пояснице. Лопатки к лопаткой. Чакра к чакре. И просто расслабьтесь. Поверьте, когда вы расслабитесь, то ваш партнер, наоборот, не будет чувствовать напряжение. Ну что, дорогие, поделитесь своим ощущениями. Зачем? Свет нужен для камеры. Мы записываем сейчас видеоотзывы. Если кто-то против, чтобы вы укладывали,
там интернета, там обязательно надо. Но сразу предупреждайте, может в вашу сторону камера не будет направлять. Есть такие? Нет. Сейчас просто каждый высказывает, что он почувствовал, то, что получил, какой результат, какие эмоции, какие, что там уже тут произошло, такой инсайт какой-нибудь у кого-то. Предлагаю всем. Ну что, кто начинает? Давай, Дим, ты. Ой. Ты самый главный массажист. Да, Паша, есть еще. Ну, я не знаю, у меня на самом деле слов нет. Я уже второй раз. Без слов. Не готовлен без слов. Я разболтался на прекрасно. А сейчас я еще пока не проснулся. Ну, я уже второй раз посещаю мастер-класс чудесного мастера по массажу и не только. Духовным практикам, я так думаю, очень большого уровня. Я, конечно, не знаю, как выразить все, что я ощущаю, потому что это действительно просто нечто колоссальное. Вот. Это не только пробуждение там, на физическом уровне, потому что у нас очень много капилляров дремлет, ну, даже если в рабочем ритме организм все равно интенсивное кровоснабжение только внутреннее какое-то там более крупных сосудов происходит, а внешнее у нас всегда как депо крови, то есть там застой, там всегда застой, поэтому мы все кожа белая, по идее должна быть, как вот, если бы везде бы, вот, а массаж скрывает в 1500 раз капилляров на массивном участке, да, доказано. Вот. И поэтому просто так настолько все ускоряется, что и очищение организма, и не только да, очищение на кровеносном да, уровне, но и межклеточном тоже. Поэтому, ну, а идут еще, конечно же, это самое духовная энергетика, да, присутствует. Поэтому мастер обладает огромным потенциалом, конечно, и поэтому так все передает просто. Не знаю. Спасибо огромное. Вот. Я вот в этот раз, конечно, повинюсь, я не успел собрать народ, хотя обещал. Я, да, хочу попросить еще один шанс, последний уже на это. Потому что закрутился у меня тут последний учебный год, и диплом, и куча работы, и все такое. Я поэтому не успел. Да, к следующему свиданию начну готовиться уже. Нет, да, но по идее должна быть человек 25-30, но рассчитывалось так. Мы на это планируем. То есть это вот стартап, скажем так, 30, а потом уже. То есть это совсем немного, 30 человек только. Ну, по идее, человек 200 надо собирать. Ну, вот это будет балансительно. Потому что, может быть, прямую трансляцию открывать. Да. Вот. И я к следующему свиданию начну готовиться уже завтра. Заранее. Ну вот, и поэтому будем дело развивать, потому что это очень на благо здоровья и на физическом уровне, и на духовном. Вот, потому что именно дух питает тело, но никак не наоборот. Поэтому, когда дух напичен, то и тело здорово. Вот. Все как бы. Ну что, самое главное сказал. Тебе понравилось? Очень понравилось. Ну это само собой, я как бы не стал это говорить. Само собой. Спасибо огромное, Галина. Это просто чудо чувак. Не знаю, что просто. Мне тоже все понравилось. И даже энергия сейчас идти вагоны разгружать. Сейчас поедем. Олег. Все, я следующий. Да. Ну, мне это было необходимо, потому что, как говорится, сапожник без сапог, массажист без массажа, и как раз надо было, чтобы так вот сильно, жестко там промяли вот эти вот точки, нервные окончания, триггерные там зоны всякие вот эти вот. Скажу, что получилось, да, и хруст был, и больно было, и орал кое-где, и смеялся кое-где. Ну, в общем, все было, поэтому я всему рад. Все с радостью. Да. Тот, кто не присутствует, тот этого ничего не получил, у того ничего не было. А у меня было все. Все, что в жизни нужно, там. Приберись. Мужчины, женщины, ну, все смешалось.
я буду ходить, да, и обязательно всем рекомендую. Спасибо большое, мне тоже все понравилось. Даже время массажа мне брала голова, а после прекратили. Ну, это просто энергия пошла. Да, так что это можно практиковать. Очень полезно было, спасибо большое. Ага. Мне, наверное, тоже в первую очередь интересно было с точки зрения будущей практики. То есть я особо еще не ходила ни на какие курсы, только Петя один раз мне что-то показал, но я больше там, больше кричала. Будете сами сдавать у меня. Диплом писать надо? Если приедете, будете экзамен сдавать. Диплом писать надо? Вот, и, ну да, хотела бы тоже поблагодарить интересную практику и какую-то возможность побольше узнать об этом деле. Спасибо. Спасибо. Я в блаженстве. Благодарю своего партнера Петра и все свое окружение сегодня. Я просто Павла. Я должен работать. Словным, либо если я начну сейчас говорить, то это будет долго, вот, поэтому я просто благодарю. Спасибо. Я хочу поблагодарить, мне было очень интересно, и поблагодарить Галину, поблагодарить свою подругу, которая меня пригласила, и поблагодарить своего партнера. У меня сейчас потрясающее состояние такого умиротворения и наполненности. Спасибо. Спасибо. Может, значит, получила на 100%. Я согласна. Я? Дай поближе подойду. Что я сегодня получила, это такой замечательный дар, над которым я должна еще подумать и раскрыть вот доверие партнеру, который иногда нажимает не на самые приятные точки в деле, и ты должен доверять ему и расслабляться, и как бы протекать в это ощущение. Вот это очень важное для меня открытие было, и я буду еще этому учиться. Спасибо, Галочка. Спасибо. У меня тоже состояние какого-то блаженства. Спасибо Виталику большое. Необычные такие внутренние ощущения. Ну, как я и говорила, поток какой-то теплой энергии, а снизу холодные мурашки по коже у меня были. Как это очень необычно. Вам большое спасибо, Галина, то, что очень доступно все рассказывали, показывали. Я думала, у меня будет намного больше вопросов. Спасибо. Спасибо. Тоже скажу спасибо, все очень сильно понравилось. Это, еще раз повторюсь, впервые для меня было, благодаря Еве пригласила меня. Буду советовать друзьям, но и самому приходящему. Понравилось, необычно достаточно. Скажу еще так, что ощущение, когда делают ногами массаж, уже иногда забывают, что это ноги, кажется, что это руками на самом деле. Но реально, какие-то ощущения. Да, интересно было такое у меня тоже. Ну, правда, устал, когда делал. Ну, конечно, уже так. Ну, хорошо. Все. Вот видите, это же доступно для 11-летнего ребенка, да? То есть, ну, он как бы не ребенок, но все равно это уже довольно-таки доступно даже для мальчика. Спасибо. Пусть бы вообще ничего. А тут на самом деле такая практика, что человеку вроде сил особо много не нужно, хотя он говорит, что устал, но я очень сильно на себе все почувствовал. То есть любое вот это вот его движение, где он там искал точки, то есть очень сильно так пробивает. Спасибо, Галина. Очень интересно получилось.